Жители Ленинского городского округа продолжают вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Чтобы охватить всю территорию муниципалитета, медики осуществляют выезды мобильных бригад. На этот раз пункт вакцинации развернулся в СНТ Мисайлово. Людей мы информируем с помощью местной власти, с помощью чатов, вот, объявления, которые мы даем и в нашей амбулатории, и старший активно в этом задействован. Елена вместе с мужем решили сделать прививку, потому как ранее они стали невольными свидетелями тяжелого протекания болезни, когда инфекцию подхватили близкие родственники. Чтобы не заболеть самим, лучше подстраховаться. Это просто замечательно. Это, во-первых, не тратишь время. Ребята приехали, скорая, да, допустим, все договорились, вышли и просто сделали себе эту вакцинацию. Солидарен с Еленой и местный житель Дмитрий. Мобильный пункт вакцинации – хорошее решение для СНТ. Ну, конечно, это удобно. Не нужно выбираться через пробки в другой, не то что в другой район даже, да, а даже до Молковской больницы нашей проблема добраться, потому что пробки постоянные. Врачи призывают пройти вакцинацию все взрослое население. Однако не стоит забывать о противопоказаниях. Это наличие хронических заболеваний в стадии обострения, это онкозаболевания и люди, которые находятся на специфическом лечении. Например, имея онкологическое заболевание, люди проходят химиотерапию. То есть это, естественно, является противопоказанием. Всем привившимся выдали специальные сертификаты, а позже мобильная бригада снова приедет в СНТ Мисайлово, чтобы провести второй этап данной процедуры. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.